и я сижу. Бежишь. За мной Фокси бежит. А? Тихо, 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 тихо! Посмотри! Окей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Сеня, Dark Dragon, Lock Dog, Корзик, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Здорово, пострадавшие. Если все пятикурсники, приятного аппетита, а мы начинаем убегать от аниматроников. Поехали. Кстати, мне кажется, они немножко быстроваты, да, для этой карты? А, он не за мной гоняется, фу, слава богу. Умер, а, за мной. Умер уже, да, кто-то? Давайте будем смотреть, эррор. Погнали, погнали. Они застревают. Да, Драгон... ничего не застревает, ты чё? Драгон, они за тобой сейчас. Да-да-да, если вы будете хорошо выживать, я буду, короче, ставить их большее количество штук. Да, не, он просто на крыше, из-за этого он это поймать не может. А, не, кто на крыше, тот очкошник. Давай, убей. Убил, Драгон, ну ты молодец. Ты что, не заметил, что он тебя хочет? Он за мной бы убежал бы все равно. Смотри, 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 сейчас опять убьет кого-то. Знаете что, если он за мной не гоняется, он меня не убьет. О, смотрите, озвучка вот эта вот прикольно сделана. Смотрите, меня не убьет. Я успею вовремя отойти в сторону, и все, я буду жить. А он, видите, не хочет спрыгивать с высотой. Ах ты, что ж ты сделал, привел его ко мне. Давай еще ставьте. Да, ты думаешь? Хорошо, ребята, давайте. То, что вы хотите. Давайте поставим сразу Ignited Foxy. Да, это жестко, ребят. Ну, мне кажется, у них одинаковая скорость. Нет, я забираю свои слова назад. Ого, меня прописал. Человек-паук просто обвис. Я тебе же говорил. Ну, а что ж ты хотел? Ладно, так. Где? Вот он. Отлично. Говорю, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. О, я буду на столбе сидеть. А, меня хочет убить, а я возьму и вот так сделаю. Опа! За мной Фокси бежит, а? Тихо, 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 тихо! Посмотри! Ого! Че, добавлять? Давай еще двух. Давайте еще, давайте Ignite и Чика. Они за мной сидят. Если сейчас она как-то активируется, странно. Интересно, она за мной побежит? Давайте залезем на крысу. О, все, смотрите. Смотрите, смотрите, как бегает. Псих. Dark Dragon, ты чё? Нормально там у тебя все? У меня нормально. Все, короче, позалазили наверх и ссут. Смотрите, как они хотят убить. Кого они? Корзика хотят убить. А чё этот... Прощай, Корзик, я тебе... Да не зависли на тебе. Что ты делаешь? А ты где, Дим, подожди. Я вам, короче, буду добавлять. Давайте теперь поставим Ignited Bonnie и Creation. Ого, вот это жестко. Прыгаем. Ну что, выживалочка началась. У тебя будет, ребята, очень жестко, поэтому надо максимально долго продержаться. Так, за мной бежит, быстрей. Давайте будем Бенни хопить. Блин, сейчас знаете, что будет обидно, что он где-то тут навстречу мне выбежит, нет? Они не могут наверх лазить. Не могут, да? За мной! Отвали! Скажи ему, пожалуйста! Давай я его заберу, давай я его заберу! Ребята, осторожно! За мной бегут все, вы чего? Идите отсюда! Я умру, прощайте! Блин, я что-то надеялся, что не на пацана переключится. Ох ты, Ишка! Оп! Меня тут Creation зажал. Смотрите, как мочит пацанов жестко. Так, я сейчас поставлю всех одинаковых, но очень жестких. Знаешь, я им помогу еще этим аниматроникам, знаешь? 10 аниматроников, Фокси. Как вам такое? Так, вот это все будет жестко. Я живая тоже. Прыгаем. Засекаем время, сколько я протащу. Никого нету. О, давайте тут постоим. Насколько я знаю, они не сюда забегают. Отлично. Главное не двигаться. Что такое адреналинчик ты получаешь? А кто ломает эту лестницу? Кто это сделал? Не знаю. Опа, побежал.
А! Фух, слава богу, меня обошли. Смотрите, главное не двигаться. А они убиваются? Дайте я проверю, секундочку. А, убиваются. Ну что, давайте, может, оружку поиспользуем, немножко их помочим. И поубегаем. Получается, будет у нас побег с оружием. Итак, умру, сейчас быстро. Так. Сейчас я отключу бессмертие, потому что, я так понял, у меня стоит урон между игроками включен, неуязвимость отключена. Все отлично. Поэтому мы ставим NPC-шек. Они не бегают на втором этаже? Нет. Ой, а чуть странно. Очень странно. А лестницу надо сделать. Давай помогу сделать. Ну чё, давайте, я тоже оружку сейчас возьму. Так, оружие. Сейчас мы их... О, я возьму монетку, реально. 1000 лет не использовал монету. Нифига. Они смертные. Вот смотри, я их убиваю. Видишь, монеточкой? Отлично. Жестко, извиняюсь. Это было еще жестче, не извиняюсь. Спрыгиваем. Поехали. Ну чё, кто на меня? О, давайте возьмем реально оружку. Чё-то такое огнес... Serious M2. Serious M2. Попугаю. Ну чё ты, иди сюда. Дим, как помнишь, они как говорили эти с компанией? Они же самые умные попугаи. А, вы всех убили. Я нажимаю Z, они не удаляются. Хорошо, вы готовы? Раунд номер 2. Вот чё, ты всех убил. Я убил всех? Да. Не, Локдоу просто говорит, то, что он сейчас. Так, оружие. И попугайчики. Все, нету этого Фокси. Полетел. Ой, красиво. Офигенный эффект. Видели взрыва? Уже обновили пак? Мочим, мочим, мочим. Да убиваются, ты чё? Дима, ах ты! Спасибо, что сказал, когда уже убил. Ой, ой, прости, Драгон, да, подорвался. Ой, блин, что я делаю? Стой, вот, во, базука. Мочите, а что ж такое-то? Да за что? А, как я вас убиваю, боже. Дим, знаешь, как у Пушкина стрелять правильно, как Сирию Сэм делает? Все, опять удалили, ой, убили всех, вы чё? Так, NPC... Ой, зачем? Он полетел с нами. Ах ты упырь. Кто наверх залазит, тот галимый. Ой, махай. А, я прям на нее упал. Да ё-моё, это было тупо. Попугай, видели, как летел? Ой, еще поставил случайно. Так, я понял. Лагает, да? Да. А вы их убиваете, тогда не будет лагать. А, шестисволочка. Ах ты, тварина. Вот это у нас же, корица вахханальная. Как вы любите, ребята? Замкнули их в пространстве. Мочим, мочим. Дима, для чего ты сказал? А, блин. Ого. Короче, ребята, делаем последний жесткий раунд. Только в этот раз буду играть за аниматроника я. Готовы? На самом деле, последнее оружие? Дим, ты проиграл. Я еще и не начал, как это проиграл. Я тебе говорю, ты сразу проиграл. Так, а ну стойте, а че я не хожу? А. Ну что, битва началась. Ребята, взял аниматроника, у которого очень много жизней. Я смогу так убивать на расстоянии? А так нечестно. Как это нечестно? А что, взять аниматроника, который вблизи бьет? Да. Без заморота. Плюс у него, чтобы не было миллиард хп. О, кстати, у меня очень много жизни, ребята. Хорошо, согласен. Согласен. Заметили, да, что жизни много? Да, да. 100 тысяч жизни тоже много или нет? Нет, тут еще можно. Хорошо, давай, иди сюда, щенок. Ты где? Я вижу людей, куда-то будут, но тебя не вижу. Я буду мочить пацанов. Ай-яй-яй, а чё мне жгёт ноги? Что такое? Вы чем это жгёте? Нет, Дарт Вейдер поджёг.
Иду себе тихонько, никого не тру. О, вот этого, от этого вида надо взрывать. Видите, прицел появляется четко. А когда я вот так делаю, то прицел как-то раздваивается. А вот так он четко совмещается. Это очень странно. Теперь я могу их убивать четко вообще. Ты думаешь, что я лох? Я буду мочить вас. Так, сейчас мы подправим камеру, чтобы был прицел правее чуть-чуть. О! Галимы, что ли? Сейчас повыше. Да не используй дракон, это больно очень. О! Дурак, что? Ой, а чё я застрял? А? Блин, а мы что-то с гвоздометами не подумал. Прям на голову, видели, прыгнул? Просто я, просто... Как вы выявили, это именно настоящий убийца. Эй, подожди, чё я... Я не могу прицелиться из-за того, что у меня камера дрожит. Эй, тихо. Смотрите, дубинкой по жопе бьет. Это реально угар. Я так понял, что мне уже не выбраться, да, с этой ловушки? Да хрен её убивать, дураки. А если я вот так сделаю? Все равно видите меня? А в жизни, смотрите, как быстро жизни тратится. О, я могу немножко перемещаться, да? Контролом. С контролом могу? Да, с контролом могу перемещаться, смотрите. Блин, ну я так что мог ходить. Да блин. Да блин, ребята. О, сейчас я им сделаю сюрприз. Не шмаляй вообще с этой пушки, он всех убивает. Нифига себе, чё... А, он не попадает, это он попадает. Всё? Закончено? О, вырвался. Кто это использовал? Прощайте, ребята. А у меня-то жизни много, а у меня это ничего не будет. Дима. Вот знаешь, это жахнуло, подарок? Да. Для тебя подарок. Ты что, голивый? Нет. А ты сильно много штук поставил, ты что наделал? Слышь, прекращайте, компьютер меня поломаете. Ребята, если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте руку ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения, и посмотри мои ролики еще. Ой-ой-ой, психи. Сейчас.